Камер А, повтор, пожалуйста, камеры. Я 4 и 1 показал. Ну это они, смотри. Я 4 красного, бал синий. На ковре А, камера подключите, пожалуйста, для просмотра. Почему 2? На ковер А приготовится борцы весовой категории 86 килограммов. Азамат Хадзарагов, Ада Багамедов, Россия. На ковер Б приглашаются Стамбул Жанибеков, Киргизия, и Исламбек Аразбеков, Киргизия. На утешительный поединок весовой категории до 74 килограммов. На ковер А приглашается Азамат Хадзарагов, Ада Багамедов. А сколько? Три откуда? Упал за челюсть, проиграли. Да и не я не бросал, он бросал. Но они проиграли в обход. Thank you.
На ковре Б в утешительном поединке встречаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Стамбул Ганибек, Киргизия, и Исламбек Аразбеков, Киргизия. Встречи на коврах обслуживаются судейскими бригадами в составе руководителя ковра, арбитра и бокового судьи. Внимание! Напротив дворца спорта Мерседес 059. Уберите машины, пожалуйста. Давай!
На ковре С победу одержал Александр Сапков.